Бум. С дня президентских выборов белорусские власти устроили настоящую войну журналистам, которые работают в нашей стране. Менее чем за 3 месяца мы зафиксировали больше 300 фактов задержаний наших коллег. 300 наших коллег было задержано за это время. Это в среднем больше, чем 3 человека в день. 3 журналистов каждый день в Беларуси в среднем задерживают и доставляют в отделение милиции. Если в начале это все заканчивалось проверкой документов или штрафами, то теперь в ход пошли тюремные сроки на 15 суток фактически всем, кто был задержан. Тоже очень важная проблема – это насилие. Больше 60 наших коллег потерпели от насилия со стороны правоохранительных органов. Кто-то был жестоко избит, кто-то был подстрелен резиновыми пулями и попал в больницы. Власти продолжают давление на прессу не только в поле, но и на сами медиа. Многие сайты по-прежнему заблокированы. Один из самых крупных порталов белорусских, Тутбай, лишился статуса СМИ, а печатная пресса не может печататься и распространяться в нашей стране. Все это оказывает очень сильное давление на наших коллег. Многие блогеры по сей день остаются в тюрьмах, начиная с июня месяца.